Стальной охват России. Еще раз привет большой. Третий заход. Вовка разошелся совсем. Не остановить. Это у нас 110 килограмм. Димка Пономарев, тебе большой привет. У тебя ручки такие стали. Цепкие. А вот время, ребят. Все показываю по времени. Сами смотрите. Те же... Тоже 22 августа, 13:49, то есть в течение получаса получается. Просто сказано, я сейчас его на два раза закрою. На 10 раз улучшил, закрыл 105, на 6 сотку, но если сейчас 110 еще на два раза. И, ребят, я не знаю, давайте посмотрим. Ну хотя бы на раз закроет, это уже достижение будет, кисти полностью. Ребята, я в шоке. Давай, давай, я в шоке, короче. Давай второй раз. Давай. Мужики. Это шок, ребята. Шестой человек, закрывший 110-й кисти полностью. Ребят, поверьте мне, тут в любой версии 110-й это 110-й. Ну, я в шоке. Ну, понятно, что два человека, они стоят... отдельно, это Саша Кукоев и Саша Кириллов. Они закрывают на количество, они закрывают на 2+. И причем любой практически. Может сейчас даже 105 через 5 минут. Ну, ребят, он мне не дает даже договорить, смотрите, что он творит. Но вы сейчас видели. И еще три человека, это у нас Флигин, Холод и Ручьев. Закрыли кисти полностью, но не повторили, но закрыли. На раз закрытие есть, видео есть. И вот теперь еще к ним присоединился. Но вот этот повторит, ребята, точно. Занимайтесь спортом, встречаемся в обители. Пока.